Здравствуйте, о погоде Алина Маликова. На Дальнем Востоке продолжает бушевать штормовой циклон. И в самом центре ненастья снова окажутся острова. Там сильные осадки, ураганный ветер, в Южно-Сахалинске 0, в Петропавловске и Камчатском плюс 2. А вот на юге пока гораздо спокойнее, везде небольшой снег и слабый ветер. На побережье во Владивостоке минус 4, в Хабаровске минус 11. На север Сибири очередной циклон принесет новую порцию осадков. Везде снег и метели, уже традиционные морозы. В Норильске минус 18, в Хатынге минус 21. На востоке холода пока не такие суровые, в Красноярске минус 10, да и на западе ситуация очень похожая. От Новосибирска до Барнаула около 10 и небольшой снег. Но на Урале в Екатеринбурге минус 14. Над европейской территорией России атлантический циклон, поэтому погода облачная, но теплая. Даже на севере, в Архангельске, плюс 2. На северо-западе разогреет до плюс 7. В центре и в Черноземье около 0, и только в Поволжье пока прохладно. В Самаре минус 7, в Казани минус 6. А вот на юге вдоль Черноморского побережья ясно, солнечно, но тоже не жарко. В Сочи плюс 7, в Геленджике плюс 3. В Петербурге небольшие дожди, плюс 5-7, а в Москве 0, плюс 2. И тоже небольшие осадки. И о погоде все. Эспумизан помогает избавиться от колик и других неприятных ощущений в животе. В животе шум и гам, принимай эспумизан. Теперь в новой яркой упаковке. В животе шум и гам, принимай эспумизан.